Слушай, выходить кобальтов к ДД относить, еще что? В лужах не стоять. Под вами будет лужа. И РДД прямо близко к боссу не стойте. Иначе будет вас отпилить. Вестник смеха и истерии. Синч, тебя туда хилы не достанут, давай ближе к нам. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь... Ой, вы это, блядь, закроете, Влад. Жди еще раз. Миша. Ты что-то кидал по мне какую-то хуйню свою еще, нет? Нет, хочешь, дам. Ой, у меня сейчас 65% крита делал. 3, 2, так. 1. Так, 75, нахуй. Ну да, 10% лови. Мы уже выходим, не стоим. Не трендим. Понимаю, нахуй. Какого хуя? Я ее поведу как ПВК под Альянс, правильно? Да, да. И кто-то будет сегодня ролить, блядь, выбор. С Кирогаз. Блядь. Ну, Армена нету в рейде, блядь. А чё, Клива, нету, что потому что вы, ребята, тоже, он играет раз в неделю, понимаете? Ему как зайти, подамажить, поиграть. Мефистофеля сбили. Танк забирает. Подойди, Мефистофель. Алло, о, вмили. Череп, заехали дотами хотя бы. Пешка вмили туда же. Все, все больше под Снобль там. Босс пока не бейте, все в Снобль там бейте. Будет мана свободная, залейте. Сейчас будет. Теперь я понял, что Бодя расстраивается, когда все в рейд десятку не приходит. Гимн теряет, да, и поиску? Вова, сделай красиво. Все в Снобль, да? Череп. Два коста мне просто кикнул нахуй, босс. Он проверяет твой корпус. Спасибо. Ой, босс упадет, дай ману, пожалуйста. Вообще расслабился в этом. Паладины, дадите потом вот эту хуетуку. Я не помню, как она называется. Боб. Ты давал, Миша, мне ману, да? Ну, я гимндак оставал. Даю, Боб. Встаньте широко, широко. Вместе не стойте, как можно ширше. Если прямо вообще люди возле вас, встаньте модельку к соседу. Если много людей у вас рядом. Первую обдотали и больше не бьем. Вот это обдотали, не бьем. Вторую бьем, Геру. Хочется бы хаспотик выбить. Алло, че он Кирогаса бьет? Затаунт ее, что ли? Чтоб в рейды приходил. Мелинда, подбегите к хвостатой змее. Мелинда, боткиллер и невер. Я, Лёбушка, тоже подбегите к хвостатой змее. Бегите, никто из змеи, бегите, блядь. Разморозь, Руси. Вот они, боткиллер, Мелинда. Мелинда остался. Еще вон, за тотемами. Вот. Бьем хвостатую, стоим широко, обязательно стоим широко. Ширше станьте. Ширше станьте, лужа. Разойдитесь. Лужа, мини. Ходки never, but killer. Выведи текстуры. Текстуры, да. Опять блю, Ваня. Широко стоим, широко. Разошлись.
Я мили. Трал, дай сокро. Или ДКшники сокро. На ХП дал. Я дам. ХП дал. Ну куда вы сбегаетесь? Все, можно сбегаться. Пока да. Сейчас дыхание. Перед мордой не стоите. Отверни ее. Отверни от нас. Отверни. Кто там, череп? Мюген, отверни от нас. О, идеально. Лужа, следите, милики, сами за ней. Это нихуя не тяжело. Ширше встаньте перед мордой, перед садом, везде, где угодно. Главное, широко стойте друг от друга. Под какой щит будем вставать? Под альянса, где труп лежит. Давайте сюда, ближе к альянсу. Прямо к стеночке прижались. Точнее. Делайте так, чтобы вы отлетали в одну сторону и отлетали кучно. Ближе к стене, да, останьте. Чтобы в центре никого не было. Кайршам, Хант, вы сейчас улетите в ебеня. Далеко он, блин, я кинул. Стойте кучнее, ну вам же говорят, учитесь, смотрите, блядь. Смотрите, где рев, и смотрите, где череп. Отбегать от черепа. ТБМ вам поставит череп. Если вы не видите, если вам загораживает все. Питомцы. Оба два, на. Сразу говорю, что мой питомец вон он стоит. Вот. Да, там собака. Это люди. Это всегда чтоб, люди. Чтоб не по, ну, там, чтоб кто-то там. Слав, ну, честно, я могу. Два пса были. Я могу, да, в глаза долбиться, но людей там не было, там было две собаки. Так может здесь тоже вставать вот этот угол, как и вы. Да, я что, я ору, до бревна пытаюсь докричаться и до ханта. Стойте кучнее, учитесь, мы в ВВК пойдем по этой же тактике, блядь. Вот, на боткиллера бегит. Отошли от черепа. Все. Только там тотемов не должно быть. Тотемы не срабатывают. Во всяком случае говорили, что починили. Да. Не, они все чинят, то, что говорят. Ближе к стенке станьте. Будешь ВВК кормить людей ГП сильно или нет? Так, посмотри, где череп, отбежали. Ну там череп два человека. Кинулся. Там шаман и Аня прям вот в него забежали. Ну сдох вар. Метки, что? Черепа не было. Ага, значит дезинформация. Далеко, я хуй знает, кто там. Ближе станьте к самому боссу, чтобы Фридом доставал до вас. Видите, как рейд стоит в одной куче? Сделайте то же самое, мы же не просто так стоим. Чё, глаз... Вы, сука. Ты бери сразу людей на заметки, которые... Я беру, я вот стою, ору, бревну, ханту. Не надо орать. Крышами, несколько раз. ВВК просто на замене они сидят и все. Вот, ну я тебя назвал. Все в кучу, все сбежались. Вон звездочка для, ну, слепых. Ой, сейчас идеально откинет всех. Первый раз, вот, первый раз мы стоим как надо. Вот так будем стоять в ИВК, блядь. И бегать одной кучей. Хуё устали, там сова далеко. Это было лучшее из лучших, понимаешь? Ну это да.
Кинжал. Питочек. Хуета. Типа, ну, вас сейчас не просто дрочат, вас, ну, КВК готовят. Задрачивают. Играйте чуть ответственнее, серьезно, ВВК будет пиздец. А трофеи тоже за ХП? Угу. Ну их нахуй. Сколько он, 150, 70? По 75 отдавай. Просто цена 1.75. Так у нас два танка, Русик, босс и танчи. Так алло, пусть в ДД идет. Да. Проблема. Аня, ты первого голема банишь, Вова второго голема банит, и третьего мы бьем. Наоборот, первого мы сразу хуярим, Аня второго, Вова третьего. Да, так лучше будет. Второй, я второго, короче. Да, 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 да. Да, ты второго, Вова третий. Все, первого сразу заливаем. Потом заливаем, да? Потому что Паша эльфы. А ты что сам эльфа сделал? Тут уже босс. 10 секунд. Ну, кругом, станьте друг от друга. Забери себе лут и потом разрулишь. Типа естественный отбор ВВК, косты кикать и все, кто их может кикать. Не только танк. Пропал кинжал. Похуй. Блядь, сова и Мелинда стоят, блядь, пиздец. Помогайте стаки диспелить, пожалуйста, Олегу, он один маг. Делайте звук. Пара прохил. Чё ты молчишь? Так это хил видит. Вот, Влад. Выводи босса, выводи босса. Он кош нажал, он кош на... А, ну нет, он инвалид. Мультик ГП. Владик, я ебу, блядь. Стаки, стаки, стаки. Это Владик Бакапор, да? Да, угу. Прохильте Влада. А помнишь, как летал с Армена, что он разлил лужу, блядь? И ВК, блядь, Стадик, каст. Все мы немного разливаем лужу. Мелинда... Вар, побежал. Макдональд побежал, Макдональд из рейда, беги, беги. Отведи босса немного. Красавчик, пойдет, только быстрее реагируй. Алло, похил. Големы будут. Големы и стаки, Олеж, в первую очередь стаки. Стаки, стаки, диспельте все, кто может. Аня, бань первого. Второй бан, третий бан. Блять, почему первого нахуй, если сказали второго, Вова? По големам вообще кто-то играет? Я играю. Того, вот, который в миле, ага. Что, можно бомжать? Снимайте бан, снимайте бан. Да уже не надо. На следующих сдашь. Редрик, Редрик, Редрик. Уводи босса. Беги, беги. Босса выведи. Бля, милики, пиздец вы. А ну, добирать надо однозначно. Лёбушку прохил. Да что это, мы в 20? Стой, стой, не убегай, до тебя хилы не стоят. Стой там. Мы их 20 убивали. Пирогаз побежал. Пирогаз. Стаки, стаки, стаки. Там. Даун. Аня. Сдавай, Русик.
Вернитесь все, пожалуйста, в эту подрочку голема, все до единого. Сразу, не баньте их, просто заливайте все. Хватит, отбегите от них кастеры, в смысле, не бейте спокойно. Снова сразу. Кирогаз, Кирогаз, лужа. Айсбаун. ХП дал, просто по фан. Третьего добивайте и потом босс. Лем, я вижу, как ты стоишь и ебашишь босса в тупую. Ты непробиваемый? Что с меткостью сделали? Вова. Мефистофель побежал. Кто в курсе про меткость? А чего у тебя? Промахи. Босс в вайт зоне или ты стоишь? Не-не, просто промах пишет. Последние стаки будут. Побежал. Диспельте все, кто может. Там маг бегает, пох. Это босс, блядь. Корява стоит. У меня тоже бывает РПшками. Вообще не юзается. Да потому что, блядь, милики корява бегают. Не, я думаю, это расовое не работает. О, боешь. Утешение. О-о-о, колечко. А, колечко боя. Очки на танк. Бля, не запускайте, ёбаный. Бля, давай кто запустит кигни с рейда, нахуй. Уже кинжал проебали. А боеролим, что ли? Нет, нет. Вот это хуйня. Уже. Это кольцо, нет. Кто запустил? Никто не запустил. Почему вы тогда кипиш наводите? Опачки. А кто в ДД СПК, правильно? Пацаны, есть у кого-то фласка на СПД ЛКшная? Да ладно, Just Perfect основной спек, единственный. Она походу работает только на физуху, да? Дэн, спекайся в танка. Мелинда, три ходки, у вас такое уже есть? Какое кольцо? Вам сказать аналог кольца, что ли, я не пойму. СПД крит, вот голова была вот сейчас вот с Мактеридона. Там кольцо, СПД крит плюс гнездо. Вот, вот, вот смотри, раз аналог кольца, два аналог кольца. Ну это меткость, это если я имею в виду на хила. Первая пойдет. Вот нихуя утешение. Кто-то есть банка на СПД ЛКшная? Утешение. Еще пятихаточка, бля. А как друиды вам не нужны? Три? Может, есть? Ну, да, у Лены есть. Все мажоры у всех уже есть. Опа, глаз Майка кто полутал? Ван Мелинда, по-моему. Блин, я думал, ты себе без трини уже сделал на ДЦ. Да я тут перевернулся, наверное. А не, ну нафиг, пусть шаман одевается правильно пока. Банка у меня такой децессион, ну, я пока в шапе лучше побегаю. Подайте Вове банку, пожалуйста, ебать, он уже не может просто. Есть у кого-то баночка, ебать? На СПД. Ну кинь трейд, он на три ходки пишет. Она тебе даст. ЛКшная обычно. Да даст, три ходки, кинь. Все, я понял. Все. Че, все запускаю? Да. Джив стоит, потянитесь кому надо, быстрее. Все ДК в ДД. Ты хочешь одного танка, я наоборот думаю больше танков поставить. Он есть там? Да. Яды на маш, на замедление и на прорезание хила. Линда хпал вон он. А, вот, да.
Давай хапал, это у нас метка. Метка квадрат. Трубаты на твой квадрат. Синч, давай контролишь лока. Там хекс и избитие каста. Это крест. Массовая уе только. Остался кто-то без контроля у нас? Маг у вас без контроля. А маг ебошит. Посади любого ДКшника на него, пусть касты избивает. Давайте Себаст на маге Ганзель. Он без метки. Будем бивать вторым. Ну или как придет. Ну и пристал с вас, да? Да. Все друиды, смерч, если видите кого-то без контроля, пофиг, вы кот, не кот, просто кидайте смерч. ШПшники тоже, видите, без контроля. Масфир. Пулим. Два хэпала и протпал. С той стороны, вы здесь стоите, ждете, вам приведут. Первый Альва, второй Мюген, третий Себаст. Ждете, пока что они отбегут, потом грейпаете. Фростойку все включили. Мелики. Мефистофель на гармошку, коноплянка на... Триходки. На джаста. Да, коноплянка на три ходки. Миш, пожалуйста, подойди ко мне вот сюда, я прыгаю. Я просто не могу... На триходки все это. А вам спасибо. Перфект. На броню надо? То есть то. Трал на броню надо? Трал, подходи сюда, мы будем вдвоем. Если что, мы подойдем к ним. Там и Линда, и Триходки вдвоем, думаю, захилят. Нам все-таки одного танка нужно удержать. Все, last check. А у тебя мужик или баба? Я перед тобой стою. 5, 4. На мужика похож, спрашиваю. Баба или мужик? Сама ты мужик, у меня сосочка, я обиделся на тебя. Я напишу тебе прости. Я не прочитаю твое сообщение. А я тебе сейчас говорю. Прости, пожалуйста. Я буду тебе каждый день смайлики слать. Какая прелесть. Диспельтики раист их. Ну, особенно смайлики. Пальма с диспелом, я диспелю ружку стою. Еще пойду трансмог сделаю, шляпу, помнишь? Не, какая? Я вообще ничего не помню. Я не помню, что вчера было. Я такой же, в принципе. Не контрольте ДК, я его отведу. Спасибо, Стальва. Затаунтите мобов, подведите к меликов к Бикси. Этими. Выбегите, подбегите. Закрепите к Бикси. Следующий кто? Маг. Ты кто? Маг без метки. Ганзель, Ганзель, Ганзель. Вестник смеха, подними тралу. Вот, клипы по карте. Мне сейчас лицо сломает. Зачем вы квадрат трогаете, скажите, блядь? Других контрольте, блядь. Бейте, локу. Все Ганзеля бейте. Мономану дал мне диспелю, пока пропуржите кто-нибудь, шаман, например, тоже. Кто, блядь, Тан... подбежал? Умер второй раз, СССР нет. Есть БР? Лен, если есть БР, дай БР по джасту. По диспелю, спасибо. Слоку. Алло, ага, пиздать. Я в фере, секунда не убегает. Снял.
Привет всем оба. Я в туче меня. А можно собаку забанить или там что-нибудь с ней сделать? Очень больно отгрызает мне лицо. Следующий. Кого? Лока? Да, Лока. Кто он там? Крест, крест, крест. Трипать его к воротам и все, ой, к воротам на доски ДКшники. Ой, мы за ним бегаем. Ману, череп к нам, к доскам, пожалуйста. У меня в КД. Ну как у ДКшников, откатит сразу, давайте его сюда. Бака сейчас убьет. Саню она убьет. Да, я ее захерял. У нас Ршам вылетел. А за квадрат следом залейте. Не заебывал. Кто там следующий? Квадрат, он прям под черепом стоит, убегает. Обцените луну маги, там вряд ли диминишинг на ней. Слышите, чё, Слав, Дэн, а чё там, как первые 25-ки чемпи нормально даются? Я просто на нуба только пришел. Да хуйня это все там. А чемпа это тупо контроль и все. Кто следующий? Вон кай, этот кайф, который... Да? Полена прям под череп, у кого есть эта фигня, не контрольте его, грипайте его туда, я подиспелю просто. Еще раз. Как пути добивать, Алива, подбеги, грипнешь, как остальным трусы, робы. Какой тут прикольный геймплей за приста. Три кнопки нажимать, диспел, маст, диспел, эфир. Это ДЦшник? Не, я в СП. Все, Алива, можешь бежать, грипать трусы. С Фростой. Сами не бегите. Джомби, череп тебя затаунчу? Угу. Веду к остальному.
Гриб, иди череп, ассистите ему ДК. Развернитесь чуть-чуть. Следующего затончим. Все, можешь к нам бежать, Викси. Пока не лутайте сундук, пускай зайдут. Два человека вылетело. Ну отойдите от сундука-то все. Давай, кто первый ОД получит 500 хп вебем. Конечно, конечно. Первый ОД получит тот, кто сундук откроет. Куда типа такого? В инст зайдите. Зашли? Да, зашла, Кинза зашел. Все. Хуя там. Скоробей. Пиздец. Спасибо. Ром Гутлас, он получил последним. Ну я вас наебал тактично, чтобы сундук не открывали. А, Альве надо. Нормально. Тоже X2. ДКшники, спекайте. На дизенчат кому отдавать тогда? Ну чё, я могу полить, только я пока ТПшну. Тебя даже в списках нету. Так я вышел с инста, забери себе, отдашь мне потом ещё. Поставьте шкаф, пожалуйста. Олеж, дай этот порт, пожалуйста, в Долоран. И шкаф сразу. Так, шкафчик я тыкнул. Выпасть. Ну не в шатер. Ну ё-моё, ладно, через кель схожу. Спасибо. У кого-то есть голда? Купите фласку на СПД, я потом с мага скину. Миш, если у тебя есть. То я в Долоран сейчас. Ну что, я думаю, вставить одного человека хотя бы на ловлю сфер. А сколько? Нет. Есть ли 4 хила, то ставь. А, все, спасибо, мне дал. Спасибо вот большое. На ловлю сфер. Я могу в танк спекнуться, половить. Ну это обычка. В принципе, тут прохириваться все должно быть так. Танки Мюген, танк Альва. Ловит бот-киллер. И все.
Так, Вар, который здесь первый раз, Макдональд, смотри, здесь довольно-таки сложная тема. Здесь тебе нужно тебе нужно кликать на сферку определенного цвета. Сейчас мы запустим, все, увидишь. Сейчас этот меня сомните. И меня. Сейчас, погоди. Ну, в общем, вначале мы берем темную и перебегаем к светлому порталу и просто бьем, ждем, когда крикнем «смена цвета». Когда будем кричать «смена цвета», ты просто подбегаешь к белому, кликаешь, продолжаешь бить противоположный. То есть под темным дебафом ты бьешь по гибели света, под светлым дебафом бьешь по гибели тьмы. То есть какой у тебя цвет, бьешь противоположного босса. Даем 5-10 секунд на агро. Никто не вливается, кроме Баткиллера и Роги. Дайте фулл бафы. Геру тут спала, что ли, давали или как? Да, можно спала. Ну, агро у нас танки наберут точно, так что... Подайте поставить хотя бы их. Да вообще не бейте, кроме хантов и роги, пока они их сюда не приведут. Да, бить только по команде. Сейчас еще метки поставлю. Здесь закрываем с двух сторон, ставим или просто в куче? В куче, в куче, в куче. Окей. Все, ровно в метку станьте, в луну. Прямо вот в нее. Радичек. Ой, я чувствую, ебальник сейчас летит. Ты как всегда оптимистичен. Кто там хотел еще ловить? Себаст, смотри, если будет все плохо, тоже иди возьми. Ну, если все будет плохо, тоже начнешь ловить. Все, все здесь. 5, 4, 3, 2, 1. Никто не бьет, кроме танков и на пола. Никто не бьет. По команде, по команде. Все, вливаемся, начинаем. Давайте Геру тогда. Это как-то очень больно. Бас, давай тоже начинай. Стоим в этом цвете, бьем. В этом цвете ничего не меняем, бьем. Давай киргаз, пока сфер нет. Дайте бафы по шаману, паладины. Ничего не меняем, стоим в этом цвете. Себаст упал. Три ходки Себаста, вестник к Мелинду. А, нет. Невер и Иннер Мелинде. Ты светлую, светлую взяли. Белую, белую, белую взяли, бьем темную, белую. Гимна хп дал на всякий случай.
Ману дам. А нет, не дам. Раз, два, три, побежали. Даю на ману. Сменили цвет. Да нет же, нет. Вообще-то зачем? Не надо, не надо. Черт. Белый каст. Бьем. Каст, каст, каст. Эйдис, каст, Эйдис. Главное, что мы сменили цвет на... Пускай все будут синим и перебежим. Возьмите синим и на счет три перебежим. Раз, два, три. Перебежать. Бывает, бывает. ДБ, я ему закричал, я ему поверил. МК так заэрельнул, что мы упали нахуй тут. Мы взяли все. Белое, белое, белое. На счет три перебегим. Раз, два, три. Перебежали. Темную, темную взяли все. Темную берем. Уф, сука. Три кида, да, какие? Хуета. Какое-то говно, блядь. Там за запы упали. Свитки, анрол. Если сравнивать мои запы и эти, то они, конечно, очень хорошие. Но я пойду сегодня, наверное, сделаю все крафтовые. Я с ним Мерлинку хочу сделать. Чего? Я хочу Мерлинку. Ну и запы вот эти тоже хочу. И будет идеально. Там же сейчас ОДС перезовут. Я знаю. Надо посмотреть, никто не смотрел, сколько они вообще на ауке стоят. 1250. Да. Запы. Да, ну не, не, легче самой скрафтить. Да? Ну, не знаю, что у нас в гильдии еще делает, помимо Славика. Да на РТ люди завтра зайдут, ну что спроси. Там вся основа будет. Да зачем мне завтра, мне на локо надо-то? В дискорд на спам поругайся, скажи, сука, зайдите, портны, блядь. Посмотрим, короче. Сегодня спрошу. Где посмотрю, у меня там были какие-то рецепты. Это... это... я не то нажал. А ты тот единственный, кто хоть что-то нажал. Заберу. А, ну да, да, конечно, заберу. Если ну никому не надо, я заберу все. И похуй на ГП. Блять, набухался этой пандой, не видно нихуя. Мы прикалывались с пиньятой с этой. Ебанутый вообще хуета. Вот сейчас на форум. Где ты вообще панду взял, кстати? Ну нахуй мне эти дилтери расы, блядь. Потому что он бухает, и панда бухает, он все вот, видишь, будут... Тандем, блядь. Ебать. Я забыл, что ты на солянце живёл. А чё ты дворфа себе не оставил того? Ты ж его качал, блядь, ты на него 140 тысяч въебал, блядь. Так я могу это сейчас его сделать, делов-то. Так а чё реально, дворф так крутой? В смысле, там раз бесплатный, что ли, на него всегда? Ну, если у меня фулл репа на нем, то я могу сделать с любого момента. Там последний раз сделаешь, и все. Ясно. Ну, панда видел вот этот расовый, когда там несколько ударов что-то, так 6 или 5, по-моему.
Ну, прикольно. И в PvP это вообще больная фигня. Конечно, PvP не работает. В открытом мире она отлично работает. А, ты про это? Ну да. Да, там тебе просто такой двоечка, троечка въебало залетает от пьяной панды, и ты падаешь. МТ-шит Мюген. Алива, тоже оставайся в танке, будешь там у тебя насилать жуков. Ну, с ДПС не хватит. Не хватит, да. Делаем минимум 3 хила, максимум точнее. Из них трал пусть в ретрика, 3 ходки, Мелинда, ты 3 хила. ДЦ не надо. Шаклите есть, кому Мюген танк, один Альва в ДД, или кто там, кого у них ДД лучше. Альва дамажит. Не, не и плохо, босса да. Не уводить, а доталово хуярить и мобов на переходке бить. Тогда да. У нас хватит ДПС. Ну, в общем, как-то так. Давай метки. А, короче, я шаглю первого моба или второго моба. Самого дальнего, который ты хочешь, того и шаг. Ну, первый раз тут престом, здорово. Чё, Владик, слышишь? Сейчас офф-топа немножко. Ты там настроен еще на ИВК? Да, конечно. Да. У меня там одна ручка моя живет, ебать. Кто-то помирал, дайте фулбаф. Рыбку, пожалуйста. Если у вас есть масла, пейте, мажьтесь маслом. Если у вас есть БК-фласка, пейте БК-фласку. Сейчас тот самый момент, когда она нужна. А на последней фазе у нас сколько? 2 ретрика, можем фулл мобов всех законтрить и бить просто. 2 Трала. ШП, 2 ретрика. Трала, смотри, твой тогда со стороны печеньки будет идти, когда, скажем, законтролит. Ты со стороны печеньки. Джаст, ты со стороны... квадрата законтролишь. Окей. А, ебать, их не по 4 живых. Ну да. Ебать, тут можно всех контролить. Джаст тут, Миш. Миша! А! Ты квадрат твой. Да, ну, квадрат твой. Принял. А все остальное время дальнего просто. Понял, понял. И сам выводишь его. И если увидишь, что он касить начинает, кинь на него 5 акова. Собьешь каст. Кто взял магию огня, ауру огня, возьмите лед. Чек на пол. Деньги, где ты, дай посоема. Вот почему я сделал эльфийку. Кирогас, Себас, что у вас? Я знаю, они шикарны. Эридарка пиздать. Что там, ДКшки репнут лужу под меня, да? Пусть Альва грипает. Застрахуйте друг друга. Сыгрывайтесь. Миша, а тянь дохуя меткость. Скажу, сколько? Дохуя, наверное. Меткость 16%. Дохуя. А, че мне? Готовы. 5, это... 4, 3, 2, 1. Дэн, этот прист одевался 2 кд. Понятно, чё страшно. Бля, Хан, залей нахуй эту сферу, ДК не могут. Заводи. Как шакл снять, ударить его просто? Дотку кинь на него и все. Чуму. Кажется, когда... Я сейчас называю вар и ретрик кинза. Вы играете точечно в мобов. Вот точечно. Выводи. Остальные через босса кливают. Пикси, дай стан по нему, накопателю. Да не надо, зачем? Чтобы он не так бил танк. Нормально, нормально. До конца. Блять, кто ударил? Зачем вы ударили? Джага, видел? Видел, там 2 жука, ребят. Вы охуеете, сейчас урон по танку. Да, сыграйте. Дайте доты в него, играйте дальше в босса.
Сюда тебе Starfall, Невер. Можно все заливать. Здорово, спускаю. Второму стан. Лучше лужи, все ханты, идите позбивайте лужи. РТД, лужи позбивайте. Веду осторожно шипы. Тибоб по Кирогасу есть, пока на плянке. Беев, играем все быстрее. Все, не просто бегайте, все играйте в Скоробеев. Трала. Три ходки. Кинза, смотрите, кинза на лужу. Можешь боб по себе сдать, и кайфовать стоит. Я нахуй сейчас баблси сдаст. Жуков, 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 не останавливайтесь, лейте. На любой зоде. Ков добиваем все, добиваем жуков, кастеры, на которыми жуки идут в миллизону. Миш мобы. Там, короче, кстати, я общался с пацаном, мне это ЕВК 25 за нуба рассказывал, который вот делает дневной статик вот этот, который самый добрый. Там, говорят, баф какой-то есть с этим, блядь, с третьей, вот последней фазы, что там, короче, что-то дамажит жуки вот эти, блядь, мелкие, да. Второй жук, задаунтите милик. Ага, все, скоро. Ты Скоробей еще живи, блядь. Все, не ферряйте, надо ждать. Гриппайте в тот, который бегает. Остальных двух законтрольте. Давай, готов. Я. А? Все, босса до конца играет. Покупал. На переходке будем играть, жуков играть. Сник, подними гармошку. Играйте спокойно. Бафали мага сразу, иннер. Меньше лутайте стаков от этого. От скрабеев. Очень много стаков и прохилить вас. Милинда, кинза войд, кто там, блядь? Милики, таунтите их с РТД. Если видите, там далеко жук, просто таунт на себя и бегите от них. Дэн. У меня нет нихуя. Второго залить быстрее. Киллер. Блядь. Угу. Скоробеев играем. По скоробеям. Не все. Нету ничего. На лужу станьте. Бля, куда все побежали, нахуй? Жуки. Мелинда, сама вставай, сам. Тоже сам вставай, если можешь. Нет, все. Давайте, блядь. У нас хила мало, мы тут такое не захилим. Да у нас и ДПСа нету. Да что это, еще вот как раз эта переходка из-за и он переводится. У нас под берцой эти, блядь, жуки нахуй, у нас вообще её по ним никто не играет, блядь, все стоят хуи пинают. А есть када у кого по скоробее? Кто там как дамажит, понятно. Ну там еще видишь, вот эти два, когда жука мы их били, скоробеев одновременно тоже их копилось, количество какое-то. Вот двое у нас здесь, типа, ну, если не берет рекаунт, двое лоу ДПС это из Мирика Вар и Кинза, Рейтрик. Пусть и басит за жуков сразу вдвоем. Рау, там жука, понимаешь, ну, даже не... Кстати, да, можно и так сделать. Конарга написал. И ебаный альянс. В одну метку и заливать скоробеев. Самое заебись. Надо брать кого-то, в гильдии нету никого там. Но... Слава. Ксюша. О. Кукич. Нихера себе, вы же хотели его же взять. Ну, пусть, блядь, пиздует. Да, серьезно, один. У него фурик, он, блядь, задамажит этих, блядь, мужиков. Кидай. Две секунды.
через 5 минут Ксюша будет на сове. Реально, клива немного мало. Вот Starfall будет как минимум еще. Про себе говорил, пойдет вы, тащите его баром туда же. Так он здесь, он сказал Kitty Party, он, я так понял, в Дискорде вот сидит с нами. Я тут. Ну все, здорово, Сань. Да, привет. Так, а чё, на Starfall юзать, типа? На фазах между боссами, типа, ронять все сферы? Да нет, типа просто, ну, криво нормально сейчас будет за счет еще одного Starfall. Ну там ДКшники еще мором сбивали несколько сфер. Угу. Смотри, тут сейчас влетел вар охуительный. И сова плюс-минус тоже с ДПСом относительно. Может, будем уводить ануба? Ну смотри, если мы будем уводить, то мы будем терять около 5%. Нахуя его уводить? Вот просто... думай, 10% две переходки. Ну, блядь, вот 10% это как раз сносят вот вар и Ксюша, грубо говоря. А ты видел, что происходило на второй после луж? Тупо, блядь, не разбериха. Как хотите. Мне пофиг, я предложил. Не, уводить не надо, точно, 100%. ДПС не так много, босс. Ну, если Starfall давать, две закопки точно нормально будет сфера. А вот третья, если ДПС будет маловато, если он третий раз зароется, может и кончится сфера. Да не зароется он. Один раз зароется, два зароется, на третий его переведем и все. Объясните Ретрику, что такое кайт бопа. Что такое боп, наверное, я не знаю. Смотри, Ретрик, дайте метку по мне. Смотри, короче, вот представь, что вот этот камень — это лужа. Вот, да? На тебя бежит этот ебаный шипы. Тебе, или ты сам даешь боп себе и становишься перед лужей. И стоишь, ждешь, пока у тебя боб не будет спадать. За 2 секунды до спада боба ты запрыгиваешь в эту лужу, лужа закрывается. Все. То есть ты добежал до лужи, встал рядом с ней, дал себе боб и стоишь, кайфуешь. Шкаф поставьте, ебучий случай. Ксюха, привет. Привет, привет. Вот чего у тебя с микрофоном? А что не так? А у тебя голос другой. Я новый купила. Кто у нас еще не появился? Никто больше? Ну, кто спрашивает у меня? Я выпечку не делаю. Делает выпечку Мах. Если что, обращайтесь, у нас гармошка. Да нет, я не про игру, я про реал. Умеешь чем-нибудь выпекать? Давай, что-то... Ой, она та еще булочка. Банда, что мы бьем? Я могу печь пироги. Тихо. Аня, остановись. Дайте фласку, пожалуйста, сами варпа, у кого есть они. Поставьте рыбу им отдельно. И дайте по ним фулл баф, пожалуйста. Да, давайте убивать, потому что через, блядь, меньше 2 часов еще РТ, еще одно, блядь. Наш, да, ребят, меня уже смотрители зовут. Потому что покушать нужно, блядь. Все остальное, блядь. Квестики сделать на кильдонасе. Кому я могу обратиться за флаской? Никто хуй знает. Походник. Да забей, бля. Все, ластер че. О! Вон Слава, типа, сейчас я Славе напишу. Че Слава, че Слава? Да какой-то фласка, блядь. Давайте. Пиздец, это долго все. Я ему скинул, я ему написал, пусть зам отдел даст. 5, 4, 3, 2, 1, пул. Сразу Хант по искре сыграет, ДКшники не мог. Сейчас Старфолы сыграют. О, появилось. А я забыл про шакал второй. Блять, пизды б тебе дать нахуй. Нихера себе, будем поднимать? Да, точно, да. Невер, подними, нихера себе.
Две минуты, говорю. Ксюс, дай БР-ку Вару. Пробуем все доты сдайте, пожалуйста, кастеры. Фуллового, фулл доту сдайте и райте в босса. Шипы Ладзи. Контрольте. Ага, да. Ферните те. Там если что, на поле тяжуков на меня, то их не всех вижу, блядь. Тот что в шакле выпускаете. Это тоже кастеры, фулл доты в жука вот в этого. Пачку дайте в него быстрее. Дайте в него все. Кто второй. По второму ударил? Вы сейчас. Ой. Второй. Сферы, развивайте сферы. Стан! Паладин сыграл, только с лузой выйти надо было. Ну ладно, молодец. Ты перспективный малый. Что, мы убили, да, жука? Да, да. Вестник. Скоробеев. Я сдам вестник. Бем едут. Снимите с Мелинды. Берите жуков этих, ему. Там. А, блин. У кого есть БР плюс рейд быстрее? Выкопался. Скоробеев, леди, все равно. Ты, Лен, поднимай, Вара. Не, у нас ДПС не хватает Скоробеев убить. Потому что копатели. Потому что их никто не бьют. Потому что копатели остаются на перевод. Не одним компом найти. Вы бьете копатели, а не жуков этих мелких. Да. У нас все нормально, у нас жуки очень долго живут. Так вы подведите вот подкопателя ебучих этих мелких. Почему, блядь, милики бегают за хилами, Бэр, хилы бегут ото всех? Никому. Бэр тоже есть кому дачу. Там пизда, два жука в рейд. Не, один нормально. Мелинду хила поднимите. Что мы делаем? Мы падаем? Не, давайте бьем вестник Мелинду. Кого еще там остался? Грипайте жука. У кого остался? Бикси. У Невера. Бикси? Да. Жуков все играйте, пожалуйста, сейчас. Там все до единого просто сыграйте в жуков. Быстрее. И, блядь, по скоробеям тоже играем. Подбей в подкопателя. Уеду, да. Все, бегайте одним кемпом, не надо разбегаться, блядь. Отбегайте только от шипов, и то дружно. Боб будет? Нет. Нет. Должен выкопаться. У нас минус 3 дд. Ничего страшного, в жуков играете, шип законтролишь одного, трал покаяние кинешь другому, сдадите гиру, будете до конца бельбос. Жуков подведите сначала, контроли пошли, контроль, трал. Все, держите их в контроле, старфол не сдавайте, гиру сдайте, играйте по новому. АОЕ дайте по жукам, пожалуйста, чтобы они откинулись. Если что, готовь следующий приз, кидай другому жуку. Аколы. Бейте пока. Аколы совпали. Блять, кто? Нормально, я контролю. Вы покаяние прервали. Если это мои аколы были, я переконтролил. Трал, выбеги, ферни любого одного.
пейте, давайте, давайте. Это закопки. Нет, закопается. Процента два, сука. Ты одну прикинь? Я знаю. Можно бомжей сдать? Шаклы потрогай. Пизда будет, не надо бомжей, ты чё? Ну, аккуратненько бейте их тогда. Бейте мелких жуков по всем. Да нет. А всё, посрывали этих жуков ебаных. Что тогда, что делаем, блядь? Ну а просто здесь духа людей упал. Давай через... Ну, на удержке уже дают, похуй. Да, давай на три переходки, ну, через жуков играть. Давайте 5 минут перекур, мне надо позвонить срочно по работе. У меня просто интернет и телефона. Если будем дальше мы его дрочить от этого нуба, надо позвонить. Мы его убьем сейчас. Это получилось новый жуков у нас. ДПС маленький. По жукам надо, ну, больше играть. Ну, 4К это не ДПС. Это ИГ-25, а нуба. А кто 4К дает? Ну там. Два ханта, два. С 14 места. Ну там кто-то, кто сдох, конечно, там три тела. Там пиздец. Давай сейчас просто. Выходит жук, мы в него играем. Выходит, да, я разъем. Так и делал. Вот. Ну не все так делали, мне кажется, больше чем уверен. Походу не сви через жуков. Лучше, ну, если нет. Просто сразу в жука ты вливаться, да ДПС и все. ДПС давай, тут не надо по сферам играть, тут сова сферы сбивает с арфолом. Да просто надо заливать, правильно говорят, вот этих двух жуков переходки, а до переходки. Ну типа, лучше в три зарывания реально, но убить босса. С первого жука свичаются все. Прям все до единого, похуй, кастер там, ты поебать. Свичнулся во второго, просто кастеры дотают, милики кливают. Обдотали второго, играйте дальше в босса. Если надо будет, вам скажут, вы будете туннелить жука. Потом даже бафы у меня реги закончились. Что, у нас перекур или что? Надо тралу тоже в хила спикнуть, если мы так пойдем. У нас точно ДПС не хватит. Ну что там, трал дохуя дал? 12 место плюс, ну, клиф какой-никакой. По скоробеям 600 тысяч, по копателям 500. Мы можем, конечно, типа 50-50 Ксюшу спекнуть в хила, у нее полежка-то хорошая. Крала брать. Да я знаю, все. Да, Ксюша. Я в друида не заходила, я не знаю, месяца три. Я вообще не знаю, что здесь. ШП в первый рейд за хуй знает сколько. Спекнуться в полено? Да, да. Да, как раз рейд неплохо поддержит бревнышко, матрала покливает. Мерген, ты там ушел или пришел еще? Перетаскиваю их в пати. Фласка, Слав. Кузбанка. Куда-нибудь вообще. Я на месте слышу. Киргаз, что у тебя? Дай фласку. Киргаз, наверное, кулак надо. А есть обычный саппорт у кого-то?
ДК, кулак есть. Ну, вообще нет. Кинзо, Тинч. Алло, прием. Чука, вы чё меня игнорите? Тебя не игнорит. Да нет, до Славы достучаться не могу. Слава. А, что, я что ли? Дай, дай фласку, да. А кто нет, у нас нет сейчас? Фласки. Возьми с банка. Так, как его доставить, этот банк? Сейчас. Так же, как и резать. Поставил. Фиг, дай фласочки ТДшникам, нам не хватает ДПСа. В РТ зайди, там они. Есть у кого-то дживс поставить? Спасибо. Есть. Давайте дыры для проветривания, кого не хватает. Все здесь. Все. Отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Вперед. В первого жука сразу играйте все. Все, да иди на вопрос, залейте его. Питомец побежал, сбил шакл. Питомец Альвы. Сбил шакл второй. На запой. Второго гриппайте под нас. Гриппайте под нас. Скирогаса босса. Дайте в него все доты кастеры, играйте в босса. Милики как можно больше клива сейчас. Доты обновлять не забывайте по жуку. Все, делаем то же самое. Первого залить на фу. Второго спускаю. Доты по второму и в босса урон. Ага, все, играем во второго. Страус, бей там сферой, пожалуйста. Я... Ага, спасибо, Страус. Жуков в кучу собирайте, старайтесь. Беги, малышка, беги. Льем, бегаем, ничего страшного не происходит. Беги, малышка, беги. Отойдите, отойдите, отойдите. Боб на тебе, вот, не заводи, угу. Ага. Боб даете, а носите? Лёбушка, беги, Мелинда. Рогас. Отойдите, 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 отойдите от шипов. Проснитесь. Сейчас выкопка будет. Беги, 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 беги. На ближайшую, по жукам. Жуков залили в первую очередь. Контроли, шаклы. Копателя. Шакл пос... Блядь. Шакл снял. Забирайте его.
Пул жука урон опять. Заехали по жуку все. Там сильная просадка у нас, да, 70%. Это три переход. Ну, а по-другому Дензи сам видишь, жуки не льются. Заберите жука, ага. Доты сдайте в него все, играйте в босса. Жуки. О, я дальний мажу контроля. Жука опять, вот, который под боссом. Ипати второго. Грип, грип, грип. Танк со скоробеев в кучу. Есть боб у кого-нибудь страуса дать? Да, да, я сдам. Кайте. Невер, подними труба Дэна. Вестник, подними вара своего в твоем пати. Сразу сдайте бафы по вару, по шаману. Забегай. Забегай. Да, забегай. Гим на ману дал. Ого, ебать ты рисковый, слышишь? Делайте так больше, Мефистофель. Войд. Все, быстрее ставьте его в любую эту. Че, Геру переводим. Хуй знает. 55%. 58 тогда начинали. Давай, давай. Тут Starfall хуярит, ладно, ничего страшного. Жука, клиф. Давай, давай, герой. Играйте по боссу. С кружка за контроликова. Стал за покаяние. А, слава побежал, все нормально. Давайте, поднажмите, выпейте припоты, если есть. Осторожно, там жук. 2% больше урона. Ау, я не бей. В кучу встали, в одну кучу встаньте, пожалуйста. Стамину. Да, пристабав, снимите все из себя стамину. Все, кроме танка. Паладины, сыграйте по жуку, ну, контроллер в смысле. Очень сильно оверхил. Слав, чуть меньше. Жуки, жуки, жуки. Не забываем. Танка на фул, пожалуйста. Ворсрейд фуловый. Да я смотрю за этой фигней, нормально. За берсы время есть? Есть. Пусть хилят. Ничего страшного. Ну вот, красавчики. Ай, бля. Вот штаны охуенные на салу. Плащик, блядь. Ну, он кольцо хиловское, типа там. А, ну это хуйня. Ну я. На ДЦ нормально. Да, на ДЦ пушка. Хуйня, если честно, если есть крит хаст. Сейчас, подожди. Добро
Не, я бегаю с Талгородским с меткостью. Нету второго кольца. Ну что, Миша, идем, блядь, кель делать, чиня. Да сейчас и ВК. Вы не ливайте, вам еб...